запудрить. Вот кто лучшее название, ну, слово такое с корнем «заппа» получит приз из этого мешка. Там самые лучшие, не то чтобы они там все хороши, но там остались шикарные призы. Запорошенный. Отлично. Да. Запорошенный. Да. Запорошенный. Запальник. Неплохо. Западня. Это хорошо. Западня. Свет на запад месяц, а запад год. Свет мой запад месяц, ты скажи. Еще будут варианты? Западные. Точно. В общем, так. Западение. О, вам сразу приз. Пачка Ролтона для на черный день. Так, какие у нас, Андрей, куда ты делся? Кого? Скажи, кому мы подарим вот этот приз? С того сектора было много очень. Да, вот еще руку поднимаете, подходите к нам, сейчас приз будем давать. Западня тоже пусть приходит. Так, сейчас я выберу. У нас есть для вас лотерейные билеты, мы их уже проверили, так что это все надежно. Так, западня чья была? Запил подойдет? Что-что? Запил. Запил? Да. Выходите. Конечно. Девушка, выходите. Запилом. Из таких нежных для девушки у меня есть особый подарок. Слово. Запил, оно же вообще. Кто сказал? Запил. Музыкальное. Запил или запил? Это оба музыки относятся. Какая разница, приз-то в любом случае. Девушке вручаем украшение. Да, вот украшение. Вы любите котов и пиво? Вот. И то, и другое будет рядом с вами. Ну, за вы запор сказали? От запора. За ваше здоровье. Кто еще хочет приз на шар? Без, вот даже слова. Нет, так не интересно. Так приз тоже запорожец. Запорожец и запонки, идите сюда. Западенцу дали. Запонки, и что там было? Запорожец. Это кости белого кролика смолоть и скурить. Да. Настоящие кости настоящего белого кролика. Запустение. Ну вы кладезь. Я вам дарю золотой ключик. От неизвестно какой двери. А у меня, между прочим, очень похоже на работе. Я в музыкальной школе работаю, это с моего класса. Попробуйте, должен подойти. Ну, еще есть последний приз. Кто хочет? Ура! Ура! Сейчас такого слова. Какое слово? Не пускай. Заповедь. Шапочку. Это молиться, чтоб к ней.